Накануне 8 марта ни о чем нельзя больше говорить, кроме как о весенних цветах. Мы с вами поговорим о том, чем можно украсить наш дом проще и эффектнее получить, приложив не очень много усилий. Это могут быть любые растения, но чаще всего весной стараются заставить зацвести раньше луковичные растения, потому что луковичные растения в природе приспособлены к таким условиям, когда у них очень короткий период времени, достаточно влаги, чтобы вырасти. Например, тюльпаны растут в высокогорных степях, и когда тает снег, у них очень недолго почва становится влажной, они стараются отрасти очень быстро, быстро зацвести, быстро образовать семена и также быстро с наступлением жары уйти под землю, и мы их не увидим до следующей весны. Растения с таким типом развития называются эфемероиды, то есть они недолго цветут на этой земле, они эфемерно исчезают с наступлением неблагоприятных условий. Этим их свойством мы пользуемся, когда хотим, чтобы они очень быстро выдали нам красивый цветок зимой. Эфемероиды, как правило, имеют запасающую луковицу, в которой хранятся все вещества, которые позволяют им вот так вот быстро вырасти. Тюльпан в сутки может вырасти на 2-3 сантиметра. Скорость роста почти как у знаменитых бамбуков. Тюльпаны, наверное, самый распространенный цветок, который выращивают во всем мире люди, которые празднуют 8 марта. Но если не 8 марта, то, например, Пасха, и вот к этим весенним праздникам тюльпаны выгоняют. Что значит выгоняют? Это не значит, что велят им выйти на улицу. Это процесс, когда луковицу заставляют зацвести раньше, чем она зацвела бы в природе. Для этого луковицу специально хранят летом при очень жарких условиях. Температура хранения должна быть 25-26 градусов, а зимой она должна быть охлаждена до температуры, ну и хранится при температуре плюс 5 градусов. И после такого контрастного хранения в луковице образуются цветочные почки, и как раз они начинают развиваться в цветок, если мы их за 5 недель до цветения достаем, высаживаем в горшочек, поливаем, выставляем на солнце. Через 5 недель у нас луковичка выдает роскошный цветок. Он может быть абсолютно разного цвета. Белый, желтый, красный, фиолетовый, малиновый с разными сочетаниями. Может быть разной формы, простой, бахромчатый, махровый. В мире сейчас существует более 60 тысяч сортов. Центром происхождения тюльпанов является Центральная Азия, где они растут в природе, и весной местные жители выходят любоваться полями тюльпанов. Самые северные, самые морозоустойчивые виды тюльпанов можно увидеть и в нашей Западной Сибири. Есть места, где растет тюльпан тарда. Это такой очень некрупный цветочек с шестью желтыми лепестками, он тоже образует целые цветущие поля. Вот из Центральной Азии тюльпаны распространились по всему миру. В Голландии в 17 веке, когда там была тюльпановая лихорадка, и луковицы тюльпанов очень ценились практически на вес золота. В Турции он растет в природе, в некоторых регионах Турции поближе к горам. И само название тюльпана, но произошло через метаморфозы слова «тюрбан», который обозначает головной убор. Оно так называется и по латыни, и на русском языке. И во многих других языках мира оно тоже звучит как тюльпан с небольшими какими-то акцентами. Одно из очень популярных весенних растений, оно пришло к нам из другого региона, это Средиземноморье, но это тоже теплый регион с теплым климатом. Растение под названием нарцисс, оно получило свое название мифов, легенд греческих, и в этой легенде рассказывается о юноше прекрасном, как весна, но он любил только себя, ни на чью любовь не отвечал, он любовался своим отражением
в ручье лесном и настолько увлекся этим любованием, что умер от голода и ослабел, и, в общем, погиб на берегу этого ручья. В честь прекрасного, но холодного какого-то вот неотзывчивого юноши назвали этот цветок. Нарциссы все приятно пахнут, и этот аромат тонкий, нарциссовый, он вдохновлял многих парфюмеров на создание духов. Есть знаменитые духи нарцисс, которые концентрированный запах этого цветка несут в себе. Растет на лугах, луга располагаются возле озер, ручьев, но, к сожалению, в климате Приморского края нарциссы не зимуют без укрытия. Для того, чтобы их вырастить, нужно их укутать на зиму, то место, где они высажены. Но, тем не менее, чуть позднее, в мае, мы можем наблюдать цветение нарциссовых полян и у нас в саду. А сейчас мы в горшочке высаживаем луковицы нарциссов и заставляем их зацвести так же, как и тюльпаны. Следующее растение весеннее – это гиацинт. Тоже Греция. Тоже прекрасный юноша, его любил кто-то из богов, но во время каких-то резвых игр с оружием юноша случайно погиб. Его превратили в чудесный цветок, который весной расцветает и тоже восхищает всех своей красотой. Он очень сильно пахнет, и запах этот не всех восхищает, потому что аромат довольно тяжелый, сладкий, насыщенный, и когда гиацинт отцветает, в нем появляются такие не очень приятные нотки. И он самый легкий для выгонки в домашних условиях. Вы луковичку можете хранить в холодильнике в отделе для овощей, завернутую в бумагу, чтобы сильно не пересохла. И за 4 недели до того момента, когда вы хотите, чтобы она зацвела, сажаете в горшочек, ставите на солнце. Без особых ухищрений с температурными условиями у вас гиацинт зацветет. Это самый простой цветок для выгонки в домашних условиях. Весенние цветы, эфемероиды, у них все быстро. Они растут быстро, зацветают быстро и отцветают довольно быстро. 2 недели, максимум 3, если у вас очень прохладно в комнате. Среди тюльпанов есть сорта, которые выведены совсем недавно, называются они попугайные. Лепестки растрепанные, похожи на перья экзотических птиц. Среди всех тюльпанов они чемпионы по продолжительности цветения, они цветут около 4 недель. Что нам делать с луковичками, когда мои гиацинты отцвели? Они должны набраться сил, получить питательные вещества, сформировать новую луковицу. Дома в горшочке они это не могут сделать. И если вы хотите луковицу сохранить, то после цветения дома луковицу нужно высушить, летом хранить в тепле. 25-26 градусов – идеальная температура для луковичек летом. А потом в октябре нужно, или в конце сентября, начале октября, посадить луковицы в землю, на улицу, для того, чтобы они укоренились. Год-другой поросли в грунте, нарастили луковицу, потом ее можно будет выкопать и снова заносить в дом и заставить цвести дома. Долго. С цветами все очень сложно. Если мы хотим букет к 8 марта, мы об этом должны подумать в июне предыдущего года. Можно заставить цвести деревья дома в квартире. Даже если у вас не целое дерево растет на подоконнике, вы ходите в сад и можете срезать веточку сливы, абрикоса, какого-то цветущего дерева, которое зацветет у вас весной. А мы, например, срезали несколько веток магнолии. Магнолия кобус зацветает у нас в апреле. А мы за 3 недели до цветения срезали ветки, поставили в теплое помещение, в воду. И она зацвела у нас прекрасными белыми цветами, которые чудесно пахнут. На европейском континенте, там, где земля не очень сильно промерзает, но снег выпадает, растут цветы, которые по-русски называются белоцветники, по-латыни леукоюмы, и это настоящие подснежники, потому что они действительно появляются там, когда
начинает подтаивать снег, на проталинках вырастают эти растения с очень трогательными небольшими белыми цветочками, на каждом лепестке которого зеленая точечка, и она еще более подчеркивает белизну этого цветка, они как будто бы фарфоровые. Хочу поздравить всех с наступающей весной. Невзирая на гендерные праздники, цветы – это символ пробуждения, символ весны, символ хорошего настроения и символ надежды на будущее, поэтому прекрасных цветов всем весной! Thank you.